Поезд поднимает тучи снежной пыли. Впрочем, это не поезд. Снегоочистительная машина с несколькими вагонами. В вагонах возят снег для того, чтобы убрать его с путей вместе с наледью. Потому что мешает он не только машинам на дороге, но и поездам на рельсах. Можно забуксовать. Это раскрылись так называемые крылья для того, чтобы собрать снег по сторонам. Кабина вздрагивает и раскачивается, а вот летать, то есть мчаться на большой скорости, снегоочиститель не умеет. Воробьиным шагом возвращается назад. Размах крыльев постоянно приходится регулировать, чтобы не снести стоящие вдоль дороги столбы. Нет, сейчас зачадимся, задом заберем все. Железные щетки собирают снег и выталкивают в вагоны. Тут обычный начинается вьюга. Управляют снежным хозяйством специалисты. Для них работа зимой на уборке – дело простое. Сложное начинается летом, когда регулируют сами железнодорожные пути с помощью сложной компьютерной техники. В кабине этой машины вместо кнопок управления целое собрание кранов. Это кран питателя, то есть механизм, который чистит снег. Вот в этом положении он поднят. В другое положение переводишь, он опущен. Машина заезжает в дремучий сугроб, двигаясь назад, оставляет аккуратненькую колею. Бороздит новые заносы. Во время снегопада снегоочиститель работает круглосуточно. Хорошую погоду только днем. На Череповецкой дистанции пути обслуживают дистанцию пути три снегоуборочные машины вот этого типа СМ-2. Такие машины чистят только железнодорожные станции. Так называемые перегоны, где составы пролетают без остановки, чистит такой агрегат. Он не собирает снег, а раскидывает его по сторонам. Раскидал, и поезда застучали. Кому в Питер, кому в Москву. По тоненькой серебристой дорожке.